Портативная акустическая система DEN PatiBooster Mite DPS 545 – возможность устроить звучную вечеринку в любом месте. Давайте изучим ее поближе. Что идет в комплекте? Во-первых, конечно же, сама колонка, беспроводной микрофон, двухсторонний провод мини-джек, провод для зарядки и пульт для дистанционного управления. Погнали изучать саму колонку. Первое, что бросается в глаза, это регулируемый ремешок. Закинули на плечо, и проблемы с транспортировкой решены. Потому что, как ни крути, а вот эти вот ручки по бокам удобны лишь для того, чтобы поставить колонку из горизонтального положения в вертикальное. Корпус изготовлен из прочного пластика, а динамик прикрыт металлической решеткой. Весит колонка 6,4 килограмма. Та самая пластиковая ручка располагается с правого бока, а весь функционал и разъемы на верхней панели. И к ним мы сейчас и переходим. Пойдем слева направо. С краю располагается два разъема. Верхний для подключения гитары. Рокеры, спокойнее, не ссорьтесь с соседями, вам еще с ними жить. Ниже вход для проводного микрофона. Здесь в комплекте, напоминаю, есть беспроводной. Но если вы профессионал или планируете вести шашлычное мероприятие с более чувствительным микрофоном, то это как раз вход для него. Громкость микрофона регулируется легким движением вот этого блинчика. Но тут тоже будьте осторожны, поговаривают, что не все друзья проверяются испытанием караоке. Далее пойдем по верхней грани, где продолжается ряд разъемов. USB разъем для чтения музыки с USB накопителя, далее AUX вход, затем слот для TF-карты, гнездо зарядки DC на 9 Вт. Справа блинчик для громкости и кнопка включение. Управлять колонкой вы будете вот этими кнопками. Мод — это переключение режима. Радио и Bluetooth. Кнопка Light — это возможность раскрасить даже самый темный вечер при помощи подсветки. Тут не только цвета, но и разные цветовые схемы. Также подсветку можно и вовсе отключить. Кнопка меню для регулировки низких и высоких частот, громкости микрофона и громкости гитары. А вот чтобы откатить все настройки к заводским, просто нажимаете ее подольше. Стрелочки влево и вправо коротким нажатием переключают треки, а для смены радиостанции вам нужно будет зажать их чуть подольше. Кнопка посередине — это play и пауза. Для подключения второй колонки зажимаем эту кнопку подольше. Для тех, кто хочет управлять колонкой легко и непринужденно, есть вот такой дистанционный пульт. Функционал на нем расширен, подробное описание всех функций есть в инструкции. А мы переходим к звуку. Выдает колонка 50 Вт, и это немало. Давайте оценим звучание. И на внешнем газе от матросских курсантов до Липецкой улицы. Звучит колонка сочно и мощно, а отличная громкость разгонит всех белок в лесу. DEN PatiBooster — это отличная портативная акустическая система, которая позволит вам не только слушать музыку, но еще и подпевать под любимые треки с помощью беспроводного микрофона.